2004 году я стала вице-чемпионкой Азии в Сингапуре среди девочек до 8 лет. Тогда соревнования чемпионата мира до 8 лет не проводились. Затем я стала вице-чемпионкой мира в 2007 году среди девочек до 12 лет. В 2010 году я стала чемпионкой мира среди девушек до 14 лет. И в этом году я подтвердила свой титул, завоевав золотую медаль в Румынии на чемпионате мира среди девушек до 17 лет. Здесь очень сильный состав соперников. Я играла здесь для тренировки и для опыта. Я надеюсь, что в будущем это мне пригодится. И у меня здесь была возможность пообщаться с сильнейшими гроссмейстерами. Надеюсь, что этот турнир будет очень полезен для меня. Для меня самое главное – достойно сыграть, показать хорошую игру. Вот так.